В ней нет буйства красок. Серая земля да неведомый зверь посередине. Это только в холодное время года. Весной цветник на ЖД вокзале словно оживает. Чтобы эта клумба была в мае, в цвету, ежегодно в октябре здесь высаживают тюльпаны. И не только здесь, везде по городу. Зимой луковица находится в состоянии покоя. Это необходимое условие, чтобы весной луковица дала нормальную, хорошо развитый стебель и побег. То есть любая луковица тюльпана, она должна пройти холодный период времени. Погода благоприятствует высадке тюльпанов. Луковицы – товарищи прихотливые. До морозов должны успеть укорениться, а уж потом ждать весенних солнечных лучей. В городе красные, белые, оранжевые и розовые тюльпаны зацветут весной на транспортных развязках ЖД вокзала, Владивостокского шоссе, Ленинградской, а также на Вечном огне и Центральной площади. В целом запланировано опустить в землю 25 тысяч луковиц. Родом семена из далеких Нидерландов. Поставщики постоянные, качество нас устраивает, каталог существует, по каталогу выбираются сорта, чтобы это были ранние и крупноцветущие, 20 сантиметров высотой. И производится заказ согласно контракту по цветам. Через неделю клумбы с посадками укроют теплым одеялом из листьев и забудут до весны. Но на этом работа уссурийских цветоводов не прекратится. В декабре запланирован посев бегонии, главного цветка с летних клумб города. Немного позже подоспеет и другая партия семян на лето. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс.